Добрый вечер, дорогие друзья. Всех приветствуем на очередном матче MLBet первой лиги. Отправляемся с вами сегодня в Астрахань, где уже отличная весенняя, может быть, даже и летняя погода. Футбольная, в том числе, погода, которая сегодня встретит здесь в очередном матче, в матче 29-го тура команды «Волгарь» и «Торпедо». Встреча начинается. Поехали. Смотрим за матчем «Волгарь-Торпедо». Синим, естественно, хозяева. Торпедовцы в черно-белых цветах. Здесь все без изменений, поэтому все для нас достаточно привычно. С мячом «Волгарь». Атабаев. Попала через Ткачука. Ткачук с левой ноги подсказывает, причем об этом. Ух ты, ничего себе Ткачук. Я не знаю, подавал или нет, но в итоге мяч попадает в каркас ворот. Вот такой вот первый опасный момент в этой встрече. Есть ощущение, что все-таки Денис выполнял подачу. Включает здесь Шамкина. Шамкин, хороший пас. Какой момент! И, пожалуйста, Илья Стефанович едва не забивает своему бывшему клубу. Еще лучше модель «Торпедо» в этом сезоне. 5 мячей у него. И вот сейчас классный пас от Шамкина. Ну и что здесь помешало? Контратака от черно-белых. Это может быть очень опасно. Удар портом здесь, скорее всего, будет. Перед собой мяч Данил Адоевский отбивает. Но тут же его накрывает, опережая нападающего. Все правильно делали здесь, я думаю, и торпедовцы. Ветераны такие нужны в коллективе. Хотя Павлюшину всего лишь 28 лет. Так уж получается, очень давно он в команде. А вот момент какой. И что, офсайд? Офсайд, мяч не засчитан. Но, опять же, давайте похвалим «Волгарь» за эту комбинацию. 4 матча у Кожемякина за «Торпедо». Лишь один гол. И он забит в сезоне 21-22. Горбунов. Горбунов, здорово. Надо бить поворотом. Горбунов, 1-0. Бело-черный торпедовский Лео Месси прорвался. Все очень похоже. И удар, кстати, какое на исполнение. Вводящий от штанги еще. Ну, какие вопросы здесь к Адоевскому? Никаких. Голевая передача. Отмечаем здесь Дмитрий Полос. Мяча коснулся и так аккуратненько его продлил. Вот выстрел, вот забег Горбунова. Туда все, наверное, здесь можно сказать. Не хватает пока что скорости действий «Волгарю», хотя вот классная передача, и накрыли Глизединова. В этой ситуации, по-моему, это был Шевченко. Да, пошел пас на Кротова, подача, и вот момент, удар бортом, 1-1, ничего себе, изловчился тот самый Кротов. Вячеслав, смотрим этот эпизод, подача, Ткачук, и кто здесь голевую оформляет, это Илья Зуев, и просто великолепно, Кротов. Когда он успел это решение в голове принять, непонятно. Не ногой, а вот так вот в падении непростым образом Кротов забивает. 1-1 в этом матче. Забивает «Волгарь», забивает сегодня и «Торпедо». Червяков. Нет, это Шамкин, прошу прощения, теперь уже Червяков, чем-то похоже, не издали. Ух ты, удар через себя мы видим. Если бы попал, это был бы, наверное, гол тура, может быть. Так оно и есть. Ничья в матче 29-го тура между «Волгарем» и «Торпедо». В целом, достаточно неплохой получился поединок, который, конечно, условно будут тренеры анализировать.